Всем привет, дорогие друзья! Сегодня хочу вам представить ваше внимание игрушку Gods of Arena. Боги арены. Эта игрушечка нехило потратит вашего времени. Особенно наверняка очень полезна будет для офисного планктона. Итак, начнем с самых азов. Отлично. Так, у нас есть один гладиатор пока на данный момент, но других нам не хватает. Так, наверняка также не хватает денег на вооружение. Что ж, печально. Ну да ладно. Пойдем в бой. Так. Вот наш гладиатор, который важно бросается в бой. Давай. Есть, мы победили, отлично. О-о-о. Так. Нам дали в награду еще оружие и опыт. Отлично. Так. Давайте посмотрим, что же мы такое получили. Этот меч гораздо круче, чем те, что у меня имеются. Так. Судя по всему, некоторые виды оружия требуют определенную специализацию. Что ж, хорошо. Так, это бросать. А на некоторых видах оружия есть даже навыки определенные. На нашем в данном моменте смайт. Так, запас возьмем оружие. Мало ли, вдруг купим нового раба. Окей. Так, это здание, видимо, для того, чтобы подзаработать. Оу. Двое против меня. Больно бьют. Могу и проиграть. Так. Ну-ка. Воспользуемся навыком. О, нехило. Шикарненько сняла. Отлично. Ух ты. О, мы еще немножечко заработали деньжат. Давайте возьмем напарника. Давай самого дешевого. Так. Дадим ему оружие, если он без него. Так, держи меч. Еще задание. Так, на заданиях будем, наверное, прокачиваться. Плохо. Вдвоем-то гораздо веселее, чем одному. Ща мы их покрошим. О, один готов. Давай, 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 давай. Есть. Последний остался. Давай, пацаны. Е-е-е. Замочили. Так. Гладиаторы прокачиваются, это хорошо. Только надо их потихонечку одевать, а то они у меня совсем голые, без брони. Так, что у нас тут? Шлема. Шлему берем. Набедренная повязка. Так, второму хотя бы просто шлему. Уже неплохо. Так, оружие. Покруче будет немножко в уроне. Проигрывает в защите. Что ж, ладно. Ничего страшного. Что тут у нас? Двое. Их, по крайней мере, нижняя часть есть. Бронерей на руках. Так, ну мы-то по-любому выиграем. У нас шлемы. О! Круто. Так. Наверное, стоит заработать денег на третьего раба. Смотришь, с каждым разом все сложнее и сложнее. Так, парни, давай. Держись, держись. Ща мы их. Оба. Есть, сразу двоих. Да мы их просто в пух и пырах рвем. Замечательно. Ща накачаемся. Так, давайте посерьезнее, ребята. Одеты, по крайней мере. По качеству, покажись, не очень. Так, ладно. Дай-ка им прикурить. Черт, промахнулся.
Видимо, надо, чтобы они поближе стояли. Что ж, ладно. Окей, следующий бой. Я чувствую, мы так скоро накопим на еще одного братюню на нашу команду. И... О! Есть. Отлично. Так, по деньжонкам нас чуть-чуть не хватает, да? Угу. Рабы что-то в цене как-то выросли. Что ж, ладно. О, 740 стоит. Да. Ну, что, ребят, надо их порвать. Они больно кусаются. Так. Есть. Ничего себе. Коек Децл сняла буквально. Я думал, побольше урон-то будет. Так, сейчас их поближе подпустим. О, теперь проще будет, когда их двое. Давай, давай. Блин, колбасят меня нехило. Офигеть, ну-ка, давай. Давай. Черт, вообще Децл сняла. Сейчас завалят меня. Проиграл. Ну ладно. Что ж, чуть-чуть дали награды. Попробуем еще разочек. Надо срочно третьего нанимать. Тут вдвоем-то уже. О, этот еще и кидается. Капец. Так. Да, блин. Фух, достал, я уж испугался, думал, не достану. Так, так, давай, давай, давай. Мочи, гадов, мочи. Ну-ка, давай. Еще разочек. Атана. Есть. Так, остался последний. Думаю, теперь сейчас мы их разберем по частям. Так. Пошел процесс. Есть. Отлично. Так, ну теперь-то им мне наверняка хватит на нового... нового гладиатора. Кого же взять? Этот чувак посильнее будет. Возьмем его. Ой, не туда нажал. Надо ему оружие какое-нибудь прицепить. Он совсем с голыми руками ходит. Итак, нас теперь уже трое. Уже гораздо проще жить и дышать. Сейчас мы всех порубим. Так, у этого против меня, теперь моя очередь. Получи в ответ. Ого! Там у двоих данный навык был. Ну, мы проиграли. Серьезные парни попались там. Все, сейчас сляжем. Что ж, ничего страшного. Прокачаемся, отомстим. Так. Пуля одевать надо их потихонечку. Мои до сих пор голые. Эти уже одеты. Так, давай. Давайте, парни. Избавляем темп. Черт. Сейчас еще один такой заюзает навык. Все, и хана мне. Так. Это, конечно, уже не выиграет стопудово. Все. Это было последнее. Ох. Печалька. Так. Уровень сложности, в принципе, 2 звездочки. Может быть, и выиграю. Кто знает. Маленькие ножички. Так, один готов. Отлично. Пока что я чувствую, что я по-любому выиграю. Особо без вариантов. Остались только двое, они голые. Так. Все, пошла жара.
Получаем его. Держи фаталити. Отлично. Так, о, ребята 4 уровня все сразу стали. Чувачок подкачался. Парни серьезно выглядят. Так, так вот, по жизням, судя по всему, не очень-то они такие серьезные. Сейчас мы их проверим. Не, фигня полная. Один, походу, уже отчалил. Так, у меня тоже один поврежден нехило. Так, и... последний остался. Сейчас мы его добьем по-любому. Нас-то двое, а он один. Есть. Ну, здорово. Что ж, нужно, я думаю, продолжать дальше прокачиваться. Ну что ж, немного поковыряв, потратив времени, я прошел все битвы на данной арене, перешел уже вот на эту арену, ну, в ней еще пока что не участвовал. И открылись такие интересные фишки, как, вот, например, здесь можно теперь делать ставки на гладиаторов и быть как наблюдателем. И надеяться на удачу, выиграет твой гладиатор, на который ты поставил, или нет. К сожалению, мне никогда не везло, и все время выигрывает тот, на которого я не ставлю. Вот наша команда, я немножечко пересобрал, кое-кого продал. На 10 уровне открывается возможность взять новую специализацию. Но данная специализация ограничивает возможность оружия. То есть уже вы не нацепите на него то, что ему не подходит под специализацией. С одной стороны, это, конечно, прикольно, с другой стороны, очень нудно. Вот, потому что уже ограничения очень серьезные, и даже иногда броня может не подходить. Ну да ладно. Значит, моя команда на данный момент лучник, два гладиатора, которые набрасывают сеть и вооружены копьями. Двое носят у меня меч одноручный и щит. Они свою выполняют роль танков, оттесняя врагов в угол экрана и нанося им повреждения. Что ж, теперь участие в битвах весьма серьезные, очень опасные, потому что приходится выдерживать по 2 раунда. Это иной раз бывает очень-очень утомительно, и не факт, что вообще можно дожить до 2-го раунда. Поэтому я пока что займусь, наверное, прокачкой. Точнее, продолжу прокачку наших персонажей. Так вот. Ребята уже посерьезнее все одеты. Помощнее. Так. Почти у всех есть уже какие-то навыки. Так, у них тоже есть такая штучка. Что ж, отлично. Так, вот главное не потерять цель. Отлично, я тоже так умею. Я уже забыл, кто у меня как выглядит. Блин. Это я, конечно, конкретно лоханулся. Что ж. Блин. Вот жопень, а. Черт, одного порешили. Нет. Чувствую, они меня сделают. Ребята такие дерзкие, бойкие. Да. Все, сейчас ляжет наша тройка. Серьезные ребятишки, надо еще качаться и качаться до их уровня. Положили меня только так, считаю, надо 2 раунда точнее прожить. Так, ну да ладно. О, такие вот красные мешочки — это черный рынок, на котором можно купить вещи не по своему уровню и продвинуться тем самым значительно вперед. Например, мне предлагают новый лук, который гораздо круче. Что ж, почему бы и нет? Пока продадим. Так, сетка. Нет, сетка. Вот для этого будет сетка крута. Эту продаем. Так, топор двуручный мне никто не носит. О, еще один сразу же открылся черный рынок. Так, что тут?
О, неплохо. Надо посмотреть всех гладиаторов. Возможно, кому-нибудь данное вооружение понадобится. Нет. Все хорошо у них, гораздо лучше. Ну, все, тогда продаю. Что ж. Ладно. На обычном, наверное, рынке ничего полезного сейчас не найдешь, потому что ничего ценного нету. Они в последнее время продают полную лабуду. Так. Что он мне носит? Понятненько. Помощнее, но тогда потеряю навык иммобилизации. Этот навык вот прикосновение смерти очень крутой, конечно, но это если попадешь, убивает сразу практически с одного удара персонажа при попадении. Так, ну да ладно, что-то прям везет мне на черный рынок. Зато когда я хочу на нем что-нибудь купить, нифигашеньки, прям один за другим открывается. Так, ты у меня в бою участвуешь? Поменяю, наверное, я тебе эти боты. Так, что они тут? Давай-ка заменим вот так. Защиту немножко отнимет. Ой, точнее атаку. Но зато как раз-таки защита вырастет. Давай тебе поменяем. Так, а твой ботинок, наверное, точнее сандалик ему не понадобится. Так, тут тоже предлагают сменить сеть. Нет. Сеть так себе. Так, ну ладно, хрен не отвлекать на все подобное. Начнем с чего-то простого. Так, тоже два раунда надо будет выдержать. Ладно. Так, это у меня значит. Запутаться как-то выглядит. Черт. Далековато. Гаси. Там трое. О, получи танец. Сейчас ему приватный танец устроим из мечей. О, еще. Получайте, гады. Так. Отлично, этих порвали. Теперь нужно второй раунд пережить. Так. А. Давай, близенько, ты очень близенько. Сейчас мы их затанцуем. Есть. Фух, наконец победа. Что ж. Попробуем на три звезды напасть. Такие парни серьезные, раскрашенные. Так. Держи. Из них будет поближе. Так, есть. Главное успеть нажать. Тогда все будет чики-пуки. Тик. Получайте, гады. Сейчас мы его оттолкнем. Так, ну два лучника. Что ж, надо их толкнуть. Стенки, чтобы замочить. Еще разочек. И иммобилизация. Так, парниша, давай. Есть. Положили. О, еще чуть-чуть, и некоторые 17 уровень получат. Замечательно. Что там они хотят продать? Лук. Так, такой у нас уже есть. Бутсы. Ну ж, пожалуй, там я обновлю бутсы. Тик-тик-тик. Что тут у нас? Blade Dancer. Какие у нас мечи есть? Чё, продадим лишнее. Лишнее нам нафиг не надо.
тут у нас? О, какое сборище рецидивистов. Сейчас мы их немножечко толкнем, чтобы они не были такими дерзкими. Так. Теперь бы их дезориентировать и успеть нажать на танцы. Фух, хорошо, что не отошли. Ну-ка, нет. Блин! Моя очередь, парниша. Серьезно потрепали меня. Однако. Сейчас мы им отомстим. Ух, еще второй раунд надо выжить. Так, ну их всего трое, в принципе. Ничего страшного. Так, что-то поздновато, кажись, я нажал. Черт, перепутал, косяк. Это поближе будет. Есть. Так. Несмотря на то, что их трое, у них жизни капец сколько. Крепкие парни. Есть. Победа за мной. Отличненько. Так, 17-й, двое 16-го. Так, что-нибудь интересное продашь? Да уж, не густо. Так, вот только разве что вот это можно сменить. Все эти вообще не интересны, да? Ни тебе, ни другому. Так. Все ясно, здесь ничего интересного. Очень крутой вызов. Его тяжело будет пережить. Ну что ж, я попробую. А вдруг повезет. Какие граждане бандиты. Так, ни один пойман в сеть. Все, начали мне кастовать на меня навыки. Я тоже хочу, погоди. Получай. Блин, кажись, рано нажал. Сейчас отодвинут их. Черт. Подойдет кто-нибудь из них. Сейчас вот выдвинуть и подойти. Так. И вот каждому станцевать вообще будет шикарно. Считай, не трубы. Есть, получилось. Ура. Получай. Фу. Три раунда? Офигеть. Блин, я тут два кое-как выживаю. Тут аж три раунда. Парнем, ребят. Черт, он слишком далеко. Так, поближе. Сейчас мы их дезориентируем. Есть. Ауч. Стреляет. Ай-яй-яй. Ну-ка, успокой, ребят. Третий раунд. Фух. Их двое. Что ж, да уже хорошо, что их двое. Если бы их было трое, было бы жестко. Жестко. Подойди. Так. Опаньки. Готово. Фух, я это сделал. Я рискнул и не зря. Так, чуть-чуть так вот до этого прокачать надо. И можно, в принципе, пойти на арену. Так. Прокачаем, наверное, вот здесь. Тоже три раунда. Тяжело будет. Тинекс. Черт, его толкнули. Не успел нажать. Подошел. Второй тоже. Замечательно. Так, второй раунд будет еще продержаться. Все шикарно. Получай. Так. Подошел близко. Так, давай. Сейчас мы хоть и с ним. Блин, они отошли.
Поколи меня немножечко. Ща. Блин, да ты офигел. Моя очередь, получи. Черт, одного убили. А нет, даже двоих. Пахнет жареным. Пахнет конкретно жареным. Ну все, это уже добьют сейчас. Будет мучить. Козлы. Ну ладно. Несмотря на это, все равно получил опыт. Что ж, замечательно. Так, пойдемте на арену. Да-да-да, тут как всегда воюют между собой два владыки. Так, сейчас мы их успокоим. Держи. И... ну, близненько. Черт. Слишком далеко был. Блин, блин. Как они в него попали, сеть у них. Что там, с километр стоит. Серьезные парни. Нехило мне урона нанесли. Блин. Тик-тик-тик. Нет, нет, я должен выиграть. Давай. Черт. Вот это я проглядел, что он далеко. Так, давай. Станцуй. Так, чувствую, следующий умрет первым. Напоследок, давай. Стабилизируй их. Так. Пока неплохо. Пока неплохо. Боюсь сглазить. Так, давай. Отлично. Теперь еще вот этому. Ух, все живы, всех сохранил. Повезло. Отлично. Так, что тут у нас? Пятый бой из 10. Полный фарш. Так, из вооружения есть что интересненькое у нас? Похоже, что это для этих ребят. Так себе. Какое-то все вооружение бомжовское. Так, ух ты. Молот выпал с кого-то. Ну ладно. Что ж, попробуем. Давай, давай. Давай. Черт, оттеснил меня. Чем мы его отомстим? Давай. Надо снять вот этого большого. Отлично. Все. Сейчас мы их раскрошим. Вопрос времени. Опа. Долго держится, крепкий парень. Так, последняя партия. Главное успеть нажать. Есть. Считай, первых срезали. Угу. Чистая победа. Что ж, отлично. На этом все. Ждите следующей серии. Пока-пока.